которая посвящена десятилетию Тартуги. Сегодня забавная игра с цифрами, поэтому кто комментарий, готовьтесь. Пойдем за лодкой. Пластер – это и вещь, которая вот лучшая снотворная для разработчиков. Что раньше, когда я у нас хранилище, и там было единственным экземпляром, и когда любое падение, любая проблема, говорит, потому что тебе приходил смс, ты тянул спичку, короткой спичкой, мог пойти в пятницу, и остальные должны были следить. Вот, но я буду говорить, наверное, о том, что является сокровищем нашей компании. Это мы с вами, пираты, это наш проект и те перспективы, которые у нас есть. Также у нас появились стикеры. Это два новых пака – «Жабулька» и «Единорог». «Пираты. Веселый Роджер» – это наша первая игра, одна из первых ВКонтакте, которую мы сделали. Кинге, ноги у викингов росли из пиратов. А к анимации единорогов мы вернемся немножко попозже. Жду вас всех на следующий год, на 2020. А сейчас мы перемещаемся в то место, которое все ждут.